А ты тональность выверил себе? Там оригинальная тональность мне, в принципе, подходит. Нет, ну она тебе прям хорошо подходит? Ну, я считаю, что да. Нормально. Тебе комфортно петь? Да. Все нормально, да. Везде ты прослушиваешься там. Во всех тесситурах, да? То есть внизу, вверху, все у тебя хорошо. Ну, ладно, сейчас попробую. Снова открою. Поговори. Раз, два, три, раз, два, три. Ты его включил? Раз, два, три, раз, два, три. Ага. Три, два, раз. Сейчас должна еще Полина подойти и тоже послушать тебя. Ну, со стороны взгляд. Она хорошо диагностирует все это. Так. Все. Сейчас. Нам уже пора прощаться за улыбкой прячу. Подожди, давай сначала. Там такое коротенькое вступление, видишь, я не вывела громкость. Подожди. Секундочку. Сейчас. А там прям сразу начинается. Скорее всего, со второго курса. Ты молодец.
Тональность на самом деле тебе очень подходит, ты даже видишь, иногда унижит, ты справился, там все это. Да я просто не распетый. Да дело даже здесь не в распевке, здесь дело просто в манере преподнесения. То есть ты же ее снял, как она поется, да? То есть как ее спели, так и ты ее спел. Ну я подкорректировал с... Вот расскажи мне, где, в чем? Где это больше не вернуть, я там... Ага, то есть ты добавил вот это, как бы немножко приукрасил там, да, вот так вот? И почему-то голос баритона я решил своим голосом спеть, не так, как там, не баритоном, а... Там должно быть... И если быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой, это и есть любовь, но если тебе тяжело... А ты как спел? А я... Если быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Какой интервал между тем, что ты пел и что ты сейчас спел? То, как ты преподнес это? То есть она идет внизу, да, в оригинале? Да, в оригинале она внизу. В оригинале внизу. Баритоном поется. Я как-то тенором спел. Вы так интересно размышляете, баритоном, тенором. Так интересно. Ты думаешь, что баритон и тенор зависят от того, в какой ты октаве поешь? От этого не зависит. Нет, но, во-первых, ты интересно все это. То есть ты вот это изменил. То есть ты изменил. Ты стал петь в тесситуре средней и высокой тесситуре. То есть ты ушел в финале вниз. Это было очень интересно. Это было очень неожиданно. А еще что, кроме вот еще вот того вот вокального такого вот украшения, которое ты добавил, что еще? Остальное это ты зацепил, как они поют, да? То есть ты практически снял? Ну, получается, да. Получается, да. Получается, да. Ну, что я тебе могу сказать-то, друг ты мой? Я сейчас тебе, конечно, подскажу там чуть-чуть. Что бросается, сразу на ухо бросается, это отсутствие дикции в начале фраз. Ты их кушаешь. То есть потом ты выходишь уже в дикцию. Улавливаешь, нет? Вот это сразу же падает на ухо, что там поет. То есть в этом и заключается манера. Вот это вот все, это манера. И она исключает, как бы сейчас же вообще можно петь вяло. Ну, то есть вообще текст сейчас не важен. Ты слышал, да, об этом? Конечно. А как он называется? Твой последний. Нет, манера это как называется? Когда так поют. Как-то она называется как-то. Мне внучка говорила, так и не знаю. Ну, в общем, как это называется, этот стиль? Не манера, а стиль. Сейчас вот новизна такая. Ну, это какой-то хип-хоп. Ну, я не знаю, что там, как, да, у тебя там и рэповый кусочек есть, все это. Имей в виду, что в рэпе вообще в пении лучше опоздать и догнать, чем поперек батьки пекла лезть. То есть, поэтому тебе нужно оттягивать все это и потом въезжать. Оттягивать и въезжать, оттягивать и въезжать. То есть не вперед. В рэпе, там, ну, в кусочке каком-то там, речитативный какой-то, но все равно звуковысотный. Есть такой кусочек? Как он звучит там? Можешь сейчас капельно вспомнить? Счастье мое, все для тебя, сердце мое бьется любя. Ты просила уходи, говорила это зря. Как же вмиг все потерять? Вот смотри, ты сейчас прям поешь, она как народная песня. Она сейчас прям как народная песня была. А какой он? Счастье мое, ты бедной на даре, ты ходила от меня, на-на-на-на-на-на. Прямо один в один. Какой-то другой кусочек там был. Какой-то другой. И вот здесь вот, давай сейчас минуту, сколько там было. Вот отсюда поем, я сейчас остановлю, подскажу тебе. Это уже финал, ближе. Последний поцелуй. Твой поцелуй. Нет, дело не в этом. Ты все равно не успеешь. При такой интерпретации. Это больше не вернуть. Что нужно сделать? Понимаешь, ты там не допел, бросил. Мне же надо быстрее. Мне же надо здесь петь. Дальше. Mm-hmm. Понимаешь, у тебя мысленно. Импульс-то голосовой, головной вот это, мозговой. И что делать в данной ситуации? А? Еще можно допеть, это больше не вернуть.
дальше как будешь мыслить? Ну, правильно мыслишь. А дальше? Там какие слова? Твой последний или просто последний? Ну, каждый еще с третьей части. Это больше не вернуть, но каждый еще с третьей части. Нет, ты начинаешь петь вот после октавы внизу. Ты выходишь опять на... Твой последний поцелуй. Ну, так твой убери. Убрать, да? Конечно. И спокойно, нормально. Мы уже слышали 1000 раз, что это твой. Ну, последний. Ну, да. Последний поцелуй. Ну и все. Еще раз поем. Почему сейчас у тебя такая большая пауза возникла? Ты же там пел. Это больше не вернуть, но каждый еще с третьей части я не спел. Ты тоже выкинул это? А это зачем выкинул? Ну попробовал, было очень интересно, между прочим. Мне понравилось. Ну-ка еще разок. Пой сейчас все, только когда переходишь наверх, убирай твой. Угу. Убирай твой. И сразу посыл на последний поцелуй. Пойдем. Что там, микрофон не работает? Наши на закате танцы, это больше не будет. Каждый еще стоит за счастье. Последний поцелуй. Вот видишь, теперь-то все хорошо. Да. И тут все допел, и здесь нормально. Это называется просто твоя интерпретация. Только там понятно, что там идет субито, то есть мгновенно тут ты был на пиано, четко подавал текст, давал придыхание. Вот у вас в народном пении как бы у вас придыхательная атака вообще, она у вас существует, нет? Ну ты, конечно, ты только первые полугодие проучился, первый курс. Ну если так вот наблюдать за нашими произведениями, да, похоже вот... Есть придыхательная? Встречается все-таки придыхательная атака, да? Поэтому ты ее здесь давай, а в эстраде-то ее. Ого! Да там чего угодно, там всего полно. Поэтому ты та-да-да-да-та-та-та-та. То есть давай дыхание последний, и на форте уходишь сюда. Так, понял этот, да, кусочек? Понял этот кусочек. Теперь как же нам сделать так, чтобы ты дикционно там все-таки... Сейчас подскажу, давай поем с самого начала. Твой последний поцелуй. Пора прощаться. Так, а как ты будешь вступать? Вот ты будешь, это конкурсная песня, ты собираешься на конкурс. Твой последний. Нет, дело не в этом, ты вступать-то как будешь? У тебя рекорда нет. Можно будет. Не можно будет, а нужно будет подписать. Нужно будет хэты подписать там. Твой последний. Либо. То есть либо 4 отчета какие-то, угу. Сейчас же полно всего. Работаешь в редакторах, в программах? Да. Ну, в общем, тебе нужно что-то подписывать, иначе как? А иначе как ты вступишь? Получается, вот я сниму видео, да? Ты сначала должен себе минусовку сделать. И потом вообще, вот она идет... А, ну да, я могу же с этого минуса тоже просто хэты написать. Конечно. Конечно. Ты сначала должен сделать минусовку, написать там хэта там, еще там отчет какой-то, хэта написать. Потом, смотри, она идет 3.07, это долго. Потому что там, в принципе, я бы, может быть, один там куплет оставила, а один из припевов я бы выкинула. Подумай об этом. Подумай об этом. Потому что ты в первом куплете, ты поешь куплет, припев, ты даешь зачин, ты даешь понимание зрителю. О чем вообще песня? Да? Угу. Ты все спел. Потом идет второй куплет у тебя. Угу. Правильно? Потом идет второй куплет у тебя. А вот то, что ты на октаву ниже уходишь, это припевная часть? Или запев? Это переход. Это переход. А вот потом, после опять куплета второго, можно сделать вот этот вот переход, а потом можно сделать модуляцию на полтона, все это соединить фонограммами. И в пиндюре телепсис, я подготовлю модуляцию, последний поцелуй на полтона выше. То есть это будет говорить о том, что ты это можешь. Ты понимаешь, о чем я говорю про модуляцию? Модуляцию, ну да. Понимаешь? Ну это выше. Ну это выше. То есть ты вообще как? Ты же слышишь? Ты же слышащий молодой человек. Конечно. Ну и все.
То есть ты берешь, делаешь сначала эту, какой у тебя алгоритм? Ты сделал эту минусовку, подписал хэд, все просчитал четко, все это сделал. Потом ты ее поднимаешь на полтона, всю, просто берешь, загоняешь в программу, в какой программе поднимаешь? FL Studio. Хорошо, поднял ее на полтона, потом загоняешь ее опять в редактор, всю, первоначальную, присаживайся. Первоначально загоняешь, потом там, где у тебя начинается вот эта кульминационная часть, последняя процедура, отрезаешь ее с первой тональности, это Полина, это Станислав, который стал народное отделение, первый курс. И вклеиваешь модуляцию. Это тебе просто подсказка, ты можешь этого не делать, дело-то твое. То есть, в принципе, это будет интересно. Интересный вариант. Да, она просто однообразная очень. Ты супитничек, ты все поешь в одной динамике, у тебя все на форте. У тебя все на форте, кроме как вот этого переходного кусочка. И он интересен тем, что ты бах! Во-первых, ушел на октаву ниже, и вроде бы как бы текст чувствуется, и там чувства твои как бы сюда очень эмоционально. Ты когда смотришь в телефон, когда ты последний пел раз, без телефона, это же было просто чудесно. У тебя же сразу эмоции были те, которые нужны. А здесь бы только слова не забыть. Поэтому слова, конечно, это фактор очень оттягивающий назад, вообще непонятно куда. Поэтому для записи тоже не думай, что тебе можно где-то будет подсматривать. Слова нужно знать наизусть, чтобы органично преподнести песню. Понятно? Поэтому сначала Полина слушает тоже, мне подсказывает. Пора идет, туда идет звук. На первую па вообще нельзя садиться. И нам уже пора прощаться, и нам уже пора прощаться. Улавливаешь? Да. Поем еще раз сначала, попробуем. Твой последний, и нам уже пора прощаться. Лучше, молодец. За улыбкой прячем грусть. Не надо. Что прячешь? Что прячешь? За улыбкой прячем грусть. Вот теперь было слышно, что грусть. А то ли Русь, то ли еще непонятно что. Первый раз еще разочек. Хорошо, давай, за улыбкой прячем грусть. А если грусть, тоже можешь давать и чувств, и где-то там, и при дыхании, там все. При этом смычный звук. Звук смычный. Просто атакуй немножко с передыханием. Ты можешь включать свои. Так, сначала дайте мне еще разок. Не по тут, видишь, аккорда нет. И нам уже пора прощаться за улыбкой. Рэповым вот таким. Вот это припев? Да. Нет, это куплет. Вот это куплет? Это куплет начинался. Это получается, что... А начиналось с припева? Да, начиналось с припева. А вот оно что. То есть, а вот это запев пошел. Вот это как раз пошел куплет. Вот смотри, а для чего вот эта группа поет два раза припев в начале песни? Как ты думаешь вообще, зачем два раза для его петь? Успели бы раз... В начале-то песни. Ну ладно, там в конце у нас бывает. Еще раз припев, и еще раз припев, и это еще раз припев. А тут в начале два. Для чего? Как ты думаешь? Два припева в начале. А я-то думаю, почему запевы идут одинаковые два? По тексту. А это припев.
Так зачем? Ну, сам мысли, даже если скажешь что-нибудь не то, главное говори. Все равно какие-то мысли-то ходят там. Я считаю, что... Ну? Чего-чего? Подготавливают, вводят в курс дела. Вводят в курс дела, хорошо. Хорошая мысль, это правильная мысль. Вводят в курс дела, как бы нас погружают в содержание зрителей, слушателей. Но ведь они два одинаковые по тексту. Если бы они были еще разными по тексту, можно было бы петь абсолютно их одинаково в плане преподнесения. Какими они должны быть, Полина? Эти припевы. Первый, второй. Как ты думаешь? Какими? Разными по в каком? Вот они одинаковые по мелодии, одинаковые по словам. Слова. По динамике, возможно, даже в каком-то по логике они могут быть разные. По динамике в первую очередь. По динамике в первую очередь. Да, то есть сначала оно как бы спокойнее всегда. Вот, ну, не всегда, но здесь в данном случае да. Да, в данном случае. А второй, он более динамичный. И тут. Как будто бы сейчас будет кульминация, а тут сейчас только первый куплет, и ты хоп, убрал, и начинаешь спокойно куплет. И это на контрасте срабатывает, и интересно слушать. Вот, когда вот вроде бы... Ты стараешься, ты пытаешься начать потише все, но ты очень эмоциональный по жизни человек, и надо всегда вожжики придерживать вот в этом отношении, понимаешь? Тебя несет. Я понял, о чем вы говорите. Тебя несет. Тебя, как человека, как Станислава, а не в этом случае не молодого человека, который душу изливает. Понимаешь, да? Это все, это же театр, это же актерская работа. Пение – это актерская работа. Происходит парадокс, когда себя сдерживаешь в некоторых моментах, эмоции чувствуются сильнее. И когда вот оно внутри кричит, а ты это вот вроде как прячешь. У тебя есть где покричать потом душу свою, понимаешь? У тебя есть где. Потому что можно шепотом кричать. И это ощущается еще более остро. Поэтому ты подумай здесь по динамике. Ты понял, да, что вот первые два припева, их нужно как-то разнообразить. Есть мысли какие-то озвучивать? Я могу их добавить. Начало. Твой последний поцелуй. Хорошо. Нам уже пора прощаться с улыбкой прячем грудь. Ну хорошо, да. Хороший. То есть хорошо это у тебя получается, ты ну, фальцетишь. Даешь воздуха и фальцетишь. Знаком, да, с этим? Ну все. Прекрасно. Так и дома и поработаешь. Вот сейчас вот мы дошли до запева. То, что я говорила, ты поперек батьки пекла лезешь. То есть у тебя здесь метроритм гуляет прямо конкретно. Хотя ты очень ритмичный молодой человек. Вот давай, сейчас закончились твои припевы. Ты дома над ними поработаешь. Тебе нужно быть на классной части? Да. Ну, я в курсе, что там разбор полетов какой-то предполагается. Поэтому у нас есть еще время. Поэтому давай сейчас. Вот два припева прошли. Только чтоб счастливым сделать нам листи. Стоп, еще разочек. Ты, если быть с тобой, то только чтоб счастливым сделать, обрести покой, это и есть любовь. Так, все хорошо, но теперь смотри, дожидайся сначала аккорда, потом пой. Вот прямо сейчас как задать, даже если это будет нелепо, даже если ты отстанешь очень сильно. Вот просто возьми и отстань сейчас, да, отстань от меня вообще. И ты отстань. Вот, не понял задачу? То есть сейчас все время отстаем. То есть ты сейчас старался петь вперед, а сейчас я тебя прошу, отставай. То же самое, только отставай. Еще разочек. Попробуй. Если мы с тобой, то только чтоб счастливое сделать, обрести покой, это и есть любовь. Еще! Обрести покой, это и... Понимаешь, у тебя обрести здесь... Его. Подожди, чего у тебя здесь нет? Чего у него здесь нет? Скажи. Ну, надо поспокойнее. Почему? Что даст спокойствие ему? Что он проговаривание. Не... Еще что? Что основное? Чего у него нет? Он вообще не дает себе этого. Не дает волю на что? На подумать. На паузы. На дыхание. Ты не дышишь. Ты не дышишь.
Вот попробуй сейчас, просто голова может закружиться, прям захлёб. Ты покой, я-да-да-да-да-да-да-да-да. Прям вот так, прям вот так. Дыши сейчас прям вот так. Что это даст? Это даст то, что ты время потратишь на это дыхание. Сейчас ты не дышишь. Потом ты просто уберешь этот гротеск и все. Но зато у тебя ритм пульсация и голосоведение, они встанут на место. Сейчас ты просто бежишь и не дышишь. Ты стараешься просто вложить туда текст. У нас не это не чтение, у нас пение. Окей? Все, поем. Так, еще момент. Ты должен соединять, ты должен петь припев и выходить на запев. Когда ты работаешь, никогда нельзя вычленять. Там, я понимаю, что ты слышишь по фонограмме, мне еще рановато. Нет, ты должен включаться, хвостик припева допевать и входить в запев. Все, тебе было сложновато это все, но ты сейчас постарался. Просто нужно вот это все вложить. Вот вложить вот в этот темпоритм. Учитывая дыхание и учитывая все-таки этот ритм ломан. Я понимаю вас, учитывать текст, который нужно подать все это, потому что идет сейчас запевная часть идет. Я пытаюсь, я понимаю, о чем я говорю. Да, молодец. Ты пытаешься, потому что как бы много задач тебе сейчас перед тобой поставили, и тут оттянуть, и дышать, и туда, и сюда дышать некогда. Как бы здесь надо успевать все. А вот так вот, 2 в 1, 3 в 1. И кондиционер, и шампунь, еще и ополаскиватель. Так что давай, дорогой, еще разочек успевай. С тобой, да только чтоб счастливо сделать. А что ты пошел сюда? Давай наверх. Еще раз. Какой он актер потрясающий. Я его видела уже в работе. Ой, какой он актер. Вы меня сейчас очень сильно смущаете. Здравствуйте. Нет, он там, ты что, был момент, мы работали. Очень приятно. Я приходила, там помогала по режиссуре, поэтому он чудо. Скажи мне, а вот твой последний поцелуй ты на октаву ниже поешь, да, в конце? Да, я хочу это сделать. Хочешь сделать и там. Потому что всю песню я пою своим голосом, и хочется что-то. А есть еще, да, куплет? Счастье мое. Вот это второй. Второй куплет. Mm-hmm. То есть тоже такого же вот речитативного, yeah. Да, такого плана. Вот сейчас. Счастье мое, все для тебя, сердце мое бьется любя. А что дальше? Сердце мое, все для тебя, бьется любя. Ты просила уходи, говорила это зря. Как легко тебе далось, ведь все потерять. И с другой с тобой танцует наш медляк. А ты глазами снова ищешь лишь меня. Ночью объявилась и мне пишешь зачем. Это очень классно. Это залегла на тему. Другой медляк.
так танцует, а я там прямо тема. Танго втроем, с которой мы с Юлей начали разучивать со студенткой. Медляк прямо в тексте, да? Ну, это, ну, 21 век. Медляк. Кто поет? Хамалина Вай и Руки Вверх совместно. Вот. Ну, я слышала эту песню. Ну, много... Я ее как услышал, она мне сначала вроде, ну, так, такая, проходная, а потом... А когда сам попробовал? Нет, а потом как-то она, опять ее как раз по русскому радио услышал, и все, что-то... Есть на самом деле такая грань, когда слушаешь одного исполнителя, она совершенно по-другому звучит. А ты вот когда на себя примеряешь, и у тебя она совершенно по-другому звучит, у тебя она уже не звучит как кальянный рэп. Она уже по-другому, это новое направление. Да, да, да. Что-что? Вот. Извините. Кальянный рэп. Вот. Кальянный? Да. Ах, вот, я-то думала, это. Там преимущество исполнителя, но не такие, национальности кавказской. Кавказской национальности, да. И они, ну, в общем, эти песни имеют характерный. Манера пения. Манера и мотивы, все вот это. Повышенная, да? По-другому она звучит, у тебя а-ля Сергей Жуков, знаешь. Мне мама говорит, голос вообще похож. Один в один, вы слышите? Да я слышу, но мне все равно вот второй куплет. Когда мы были молодыми. Ну, один в один молодцы. Нет, дело в том, что у тебя она более лиричная такая. Не то, что они по-другому поют, у тебя она совершенно по-новому звучит и раскрывается классно. Вот, и с таким тембром это прям вообще... Да, я ему сразу сказала, и слух, и тембр. Ну, в первую очередь, конечно, у него харизма, вот так вот все. Ну, а до конкурса сколько по времени? С 1 января по 5 марта. А, ну у тебя вот времени, есть, чтобы выучить слова и спеться. Но ты сейчас второй куплет пел, вот этот, все равно нужно поработать тебе. Не могут быть они в одной динамике, как ни крути. Они все равно должны быть раскрашены. А что если вот как раз таки... Здесь не... Что? Наоборот сделать, что первый куплет там поется как бы в низкой тесситуре, а я его сделаю верхний. А второй куплет верхний, а я его низкий. Ну вот я тебе сейчас предлагала, я говорю, так а есть где низкая? Я тебе и хотела это предложить. Ты говоришь, так я в конце пою, а я тебя спросила, а что это? И вот там в конце тоже низко. Запев и припев. Ну тогда получается повтор. Нельзя такие вещи делать дважды. Удивлять надо раз. Понимаешь, да? То есть ты этим удивил меня, тем, что ты перекинулся вниз. Mm-hmm. Это было удивление. Это было неожиданно, потому что так не поют в оригинале. Поэтому второй раз не нужно как раз, не нужно. Я почему и спросила. Там хотя просилась, может быть. Единственное, что можно попробовать, если это будет уместно вот сейчас, попробуй разделить строчки, и не так, что одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, а одна, вторая, третья, там, четвертая, пятая, шестая, седьмая, то есть где-то внизу, где-то вверху, вот так. Уловил, нет? А если просто первый куплет динамически спокойнее сделать? Ну там и... Же кульминация, там же нарастают эмоции. Ну надо, говорю, нужно... Эмоции бегут у него прям, эмоции бегут. Ну ты сейчас... Ты их просто должен... Обуздать? Да, вот видишь, то же самое, обуздать. Вот то же самое сказали? Да, конечно, ты же моя ученица. Но мы такими словами вообще не пользуемся. Ну, здрасте, просто... я последнее время только и говорю, вожжи, держите! Держите вожжи! В общем, эмоции куда? Вы сегодня это говорили. Да, я говорю, держите вожжи, а то в кювет уедете. Раньше вожжи, сейчас руль... Времени у него мало, Пуля, давай, попробуй сейчас, вот ты не уловил, что я попросила, нет? Просто ради эксперимента. Погуляй по октавам. Акапелла. А с фонограмм? Ну давай. Твой последний поцелуй, и нам уже пора прощаться, за улыбкой прячем груз, не надо нам больше встречаться, твой последний поцелуй и наши на закате танцы это больше не вернут. Но каждый еще встретит счастье, твой последний поцелуй. Все хорошо, молодец, молодец, все. Во-первых, еще, Стас, очень высоко голову задираешь, работай на адресно. Адресно. То есть там у нас нет таких высоких людей и тем более девушки. Последний поцелуй с девушкой или с молодым человеком? С кем? Что?
Спаси Господь, конечно. Слава Богу, ну так у тебя девушка что, вот такого роста, что ли? А вот она у тебя перед тобой. Вот и ей пой. Я думаю, может быть, там... Извини, тупо пошутила. Я тебе другое попросила спеть. Не... Он хотел сначала. Да, это все хорошо, это все молодец. Ты это все прочувствовал. Просто работай адресно. Ты должен обязательно работать адресно. Вот, прямо вот ей. Ты ей поешь. Тем более она там, что там она там, это... В танце, да, там непонятно, что там, с кем. Или он, что там? Второй куплет мне спой и поиграй по октавам, только не построчно. Давай. Спой начало вот на одну строчку на октаву ниже. Вот спой сейчас. Счастье мое, все для тебя. Так, вот смотри, вот я тебе попросила вот сейчас вот эту часть разделить. Может быть, здесь как раз и не нужно низ, здесь нужно наверх. Счастье мое, все для тебя, на-на-на-на-на. Иду мы с тобой танцуем. Я потом на октаву ниже. А ты глазами снова ищешь. Да. То есть не так, что... Да, то есть не строчка туда, строчка сюда, а вот как-то вот так. Уловил сейчас? Попробуем. Давай. Счастье мое, все для тебя, сердце мое бьется любовь. Ты просила уходить, говорила это зря. Как легко тебе далось, ты все потерять. Все хорошо, смотри, вот все хорошо. А вот в этой первой части можно. Так как будто дуэт прозвучал два раза. А можно в первой части вот в это счастье мое, надо тебя. Все для тебя, сердце мое бьется любовь. Ты просила уходи, говорила это зря. Нет. Мы попробуем, что попробовать, что нельзя. Как упражнение. А может быть, все-таки начать ниже и первую строфу спеть ниже, а вторую уже... Счастье мое? Да. Счастье? Ну, вот это такое счастье мое, это более такое вот нежное. Была мысль тоже изначально уйти вниз. Нет. Как легко тебе удалось все потерять, и другой с тобой танцует, это уже как-то, Да, это там уже по... Уже уходит. Драматично. По фабуле, по драматургии. Да. Но ты задачу-то понял, что можно, конечно, как можно разнообразить все это. Ну и давай, пробуем еще разочек и допиваем до конца. И не забудь, что мы там после люфта, после паузы, ты все допиваешь, но убираешь одно слово. И другой с тобой танцует наши дня. А ты глазами снова ищешь лишь меня. Начала объявилась, и не пишешь, зачем твой последний поцелуй. Нам уже пора прощаться. За улыбкой прячем груз. Не надо нам больше встречаться. Твой последний поцелуй. Наши на закате танцы, это больше не вернуть. Но каждый ищет встретить счастье. Последний поцелуй. Просто не пелся, все, забыл просто. Ну и что? Я просто решил добавить, но каждый еще встретит счастье. Ну, молодец. Во-первых, творческий подход, мне очень понравилось. А вот мне не понравилось, что вторая часть была такая же, как... Я понимаю, Денис, конечно, мы повторы. Вот как получилось. Повторы не любим, да. Повторы не любим. Поэтому я тебе говорю, что... Нам должно быть
распыляться, потом твой посуд. Да-да-да. Да, поэтому я и хотела, что если где-то уходить вниз, то не на часть. Нет, либо никуда не уходить, либо все-таки не нужны вот эти по волнам, вот эти все. Но какие-то две строчечки там можно, но не последние. Но не последние. По смысловой нагрузке посмотри, ты можешь уйти. Как бы это будет предшествовать тому, что ты сейчас уйдешь вниз. Ну, две строчки. Может быть, три. Он низко, 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 хоп, и снова низко. Не надо перед давайте этим. Давайте вот так, посмотрите. Где-то, давай. Счастье мое, все для тебя, сердце мое бьется любя. Ты просила уходи, говорила это зря, как легко тебе удалось ведь все потерять. И другой с тобой танцует наш медляк, а ты глазами снова ищешь лишь меня. Ночью объявилась, им не пишешь, зачем? Неплохо. А ты же там еще пел, почему не допиваешь-то? Тогда припев. Подожди, нет, зачем? Ночью объявилась, им не пишешь, зачем? А дальше? Все, и там идет твой последний поцелуй. Но раньше у тебя не было паузы, почему мы ее брали, твой? Ты же там наезжал и все это комкал. Потом ты выбросил там в конце, говорю, нет, допивай все, спой с фонограммой. Спой сейчас с фонограммой, еще раз это место. Так неплохо. Хорошо, хорошо. Я не люблю 2, 4, 6, 8. Здесь как раз можно сделать 3. Либо даже одну. Либо одну. Какая там, вот ты начал с чего? Он танцует, да? Или кто там? И другой с тобой танцует на шмотляк. А ты глазами снова ищешь лишнее. Ну вот и все. Вот. А другой твой танцует. А ты глазами надо. Это одну строчку спой. Попробуй вообще одну спой. Можно. Что такое глиссанда, знаешь? Когда ты подъезжаешь. А ты глазами тату медля. Как ты глазами на ноли меня. Понимаешь, то есть оттуда. То есть, а тебя зажил тащит. Ну как бы. И другой с тобой танцует наш медля. А ты глазами снова ищешь лишь меня. Хорошая версия была. Хорошая версия была. Очень хорошая. Ты, главное, понял суть. Что, ну, тогда тебе нужно медляк. Ты понимаешь, на я-то посиди. Медляк. А ты глазами, ну, да. А как ты. И туда. Поем. Счастье мое. Все для тебя, сердце мое бьется любя. Ты просила уходи, говорила это зря. Как легко тебе далось, ведь все потерять. И вдруг с тобой танцует наша земля. А ты глазами снова ищешь лишь меня. Ночью объявилась и не пишешь, зачем. Твой последний поцелуй. Нам уже пора прощаться, за улыбкой прячь грусть. И надо нам больше встречаться, твой последний поцелуй. И наши на закате танцы, это больше не вернуть. Но каждый еще встретит счастье, последний поцелуй. И нам уже пора прощаться, за улыбкой. Твой последний поцелуй. Наши на закате танцы. Это больше не вернуть. Но каждый еще встретит счастье. Молодец. Счастье не отрываем. Немножко, да. Но каждый еще встретит счастье. Ну так тянуть не надо. Просто ты ее прям оборвал. Встретит счастье. И убрал. Аккуратно. Раз, два, на три замкаем. Немножко детонации там есть, но это эмоции. Мне вообще это все ну, равно. Да. Мне это абсолютно все равно. Смотри, представляешь, если ты поднимешь на полтона, ты еще больше удивишь. Она и так уже сейчас по-другому звучит, вот когда у тебя уже четко идет. Нет. Ты уже в программе поднять на полтон? Нет, я имею в виду вот кульминацию. Последний поцелуй. Вот эту часть, если ты ее поднимешь. Последний поцелуй, последний поцелуй.
И нам уже пора прощаться, за улыбкой прячем грусть. Не надо нам больше встречаться, твой последний поцелуй. Смотри, Стас, все отлично. Не убегай. Твой последний поцелуй. Примени здесь огоньку. Твой последний. Нет. Твой последний поцелуй. Триоли дальше. Знаешь, что такое триоли? Твой последний поцелуй. Это еще больше драматизма тебе добавит. Да как я люблю тебя до слез. Да, 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 да. Это и супер. Ну можешь себе представить, у тебя вот он, ты сейчас пел на полтона выше. Ты в диапазоне. Да. Ты в диапазоне. И если ты сместишь еще, то есть эгогически дашь еще, это будет еще. То есть только не в первой строчке, а вот в повторе. Первый нормально, пой канонически, как оно идет. А вот во второй, то есть ты уже дал здесь, был низ, бах, фонограмма, без твой слова, последний, по канонически спел, и потом у тебя еще последний поцелуй, еще больше. То есть идет, то есть драматизма. И спокойно ставишь точку. Все хорошо. Молодец. Беги, а то тебя сейчас будут ругать. Опаздывать вам нельзя. Ну все, давай. Наталья Викторовна, спасибо вам большое. Да ну о чем ты? Большое вам спасибо. Ну... Все, я тебе опубликую. Я тебе опубликую. Если ты разрешишь, я потом опубликую для свободного доступа. Конечно, конечно. А, чтобы, ну, как конечно. Бы, чтобы это помогало другим людям. Да, конечно, нужно. Ну все, договорились. Маме привет, мама молодец. Спасибо, конечно, передам. Вот вам конкурс. Вот вам народное пение. Там матушка как раз услышала, говорит, Стас, смотри вон, конкурс там. Не хочешь поучаствовать, попробовать? Там полно же всяких разных сетей. Там, в общем, в чем суть? Ты выставляешь видео с песней из репертуара русского радио. Ну, которые звучат. А, это конкретно их репертуар, да. Ну что вот по радио звучит, поэтому там вот то и выбираешь. Получается, снимаешь видео, как ты поешь эту песню, выставляешь в соцсети, делаешь хэштег «Пою любимое» на русском. Отлично. Там сначала отборочные туры, потом уже сами музыканты, как жюри, выбирают. Лучший получает приглашение на вечеринку, где может спеть с кумиром. И 1 000 000 рублей. Ну, не слабо. Ну, не слабо. Бог тебе в помощь. Спасибо. Кумиров не надо, 1 000 000 нормально. Беги. Беги, счастливо. Спасибо большое. Пока, пока. До свидания.